игрока «Трактора» продлили свой контракт с клубом и остаются в команде еще как минимум на 2 года. А трое воспитанников южноуральских клубов попали в сборную России и осенью отправятся на Кубок мира по хоккею в Канаду. Все подробности в обзоре спортивных событий от Ульяны Любимовой. Три южноуральца гарантированно сыграют за сборную России на Кубке мира по хоккею. Он пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто. И в список игроков уже попали Евгений Кузнецов, Артемий Панарин и Евгений Малкин. Эти хоккеисты сейчас играют в НХЛ. И свой выбор главный тренер сборной России Олег Знарок остановил на них после поездки в Северную Америку. Знарок побывал на играх нескольких команд, где играют россияне. Итогом поездки стал список из 16 хоккеистов, которые точно сыграют на Кубке мира по хоккею в Торонто. Среди них Александр Овечкин, Павел Дацук и наши игроки. Олег Знарок отметил, что Артемий Панарин приносит много пользы своей команде, Евгений Кузнецов сильно прибавил и стал показывать принципиально новый для себя хоккей, а Малкин демонстрирует нарастающее мастерство. Еще 4 места в сборной вакантны. Этих игроков определят до 17 сентября. Добавлю, что в Кубке мира участвуют лучшие хоккеисты разных стран. По уровню этот турнир сопоставим с Олимпиадой. А 3 нынешних игрока «Трактора» продлили свои контракты еще на 2 сезона. Никита Жульдиков, Илья Зиновьев и Семен Афанасьевский. Все они являются воспитанниками школы «Трактор». Долгое время были там безусловными лидерами. После выпуска попали в состав «Белых медведей» и сумели 2 раза выиграть бронзовые медали Кубка Харламова. В нынешнем сезоне все 3 дебютировали в составе «Трактор». Защитник Никита Жульдиков провел в чемпионате КХЛ 38 встреч и набрал 5 очков. Форвард Семен Афанасьевский сыграл за черно-белых 30 матчей и отметился 6 очками. А нападающий Илья Зиновьев 16 раз выходил на лед за «Трактор» и набрал 2 очка. Новые договоры этих игроков рассчитаны до 2018 года. Отмечу, что Никита Жульдиков сейчас продолжает играть, пока в составе «Челмета». Он борется вместе с командой за Кубок Братины и уже завтра выйдет на лед в Твери. Справа рукой подходи, справа, Никита! Справа ручку подходи! Вот хорошо, молодец! Так хлопками и криками спортсмена на ринге пытается поддержать его тренер. В Челябинске проходит Кубок губернатора по кикбоксингу. Уже 19-й по счету. Площадкой стал агроинженерный университет. Среди участников более 180 спортсменов из Перми, Тюмени, Башкортостана, Казахстана, Ханты-Мансийска. Кубок губернатора Челябинской области является своеобразным смотром талантливых кикбоксеров. Как показывает опыт прошлых лет, победители этих соревнований впоследствии становятся чемпионами России, Европы и мира. Ильнас Сайфуллин, чемпион мира 2009 года, и Бахтияр Мухамедзянов, чемпион планеты 2015, тоже не раз занимали призовые места на Кубке губернатора. Но в этом году они пропускают старты. Ильнас Сайфуллин готовится индивидуально к чемпионату России. Он перенес операцию. Также Бахтияр Мухамедзянов, Виктор Михайлов. Мы этот старт пропускаем для подготовки к чемпионату России, но дали возможность участвовать нашим 2-м, 3-м номерам. Кубок губернатора продлится еще 3 дня, а чемпионат России стартует 14 марта. Ульяна Любимова, Виктор Щелков, ОТВ.